Рыбаки со всего края собрались накануне на озере Мостовом Завьяловского района. Там состоялись соревнования по спортивной ловле рыбы на мормышку. Они прошли в рамках 31-й зимней олимпиады сельских спортсменов Алтая. Побороться за звание лучшего рыбака приехали жители из 24 районов региона. От каждого муниципалитета выступала команда из 3 человек. Участники должны были пробурить лунку и наловить как можно больше рыбы. Клевало хорошо у всех, в основном ловился окунь, иногда попадался мелкий судак. Но рыбакам приходилось его отпускать, ведь по правилам к зачету принимались только рыбы размером более 33 сантиметров. По итогам соревнований первое место досталось команде Солнечинского района, второе – Благовещенскому, а бронзу завоевали тюменцевские рыбаки. Попасть на эти соревнования может любой желающий. Достаточно в начале сезона в администрации края в спортивном комитете сделать такую устную заявку, что готов выступить за честь района в составе рыболовной команды, выставиться на зональные отборочные соревнования, то есть попытаться занять довольно высокие места, то есть поймать больше всех рыбы и поехать представителями от района на финальные соревнования.